Я могу точно вам сказать, милые женщины, период весна-лето 2017 года богат не только на яркие расцветки. Уж этим-то бренд Лавира может похвастаться. Это платье, платье Макси. Сегодня меня порадовало прежде всего не только стильным фасоном, но и комфортом. Невероятная красота, невероятный комфорт. И все это в одном платье. Ирина Кулакова радует вас сегодня богатством цветовой палитры. Давайте выберем сейчас ваш цвет. Итак, на Светлане. Я выбираю сливу. Это очень насыщенный оттенок, очень хорошо подходит не только сероглазым красавицам, но еще и кареглазым брюнеткам. Обратите внимание на то, что бренд Лавира очень популярен среди женщин не только благодаря ярким расцветкам. Прежде всего, это качество вискозного полотна. Да, ну я вижу, что, конечно же, благодаря ткани очень красиво сидит платье, как влитое. Давайте теперь вот полюбуемся на расцветки, они очень яркие. Следующий оттенок серо-голубой. Очень необычный оттенок, не серый, не мрачный, а все-таки уже затронуло его солнышко. Этот оттенок холодный, очень хорошо подойдет брюнеткам. Желтый цвет, мы с вами обновляемся, мы обновляем свой гардероб, в конце концов. Кто же откажется от такого эффектного платья? Васильковый цвет стал очень популярен среди женщин. Кто предпочитает оттенки синего? Если в вашем гардеробе не хватает электрического света и яркости, добавьте электрик. Или, например, можно говорить о весне, также вспоминая про зеленую травку. Или про изумрудные красивые камни, изумрудно-зеленый цвет. Мой выбор оттенок слива. И если продолжать фавориты, красный цвет. Многие женщины выбирают и уже не боятся правильный красный. Да, молодцы, вы наши смелые умницы, модницы. А для тех, кто любит базовые оттенки, кто хотел бы подобрать легко комплект, вот, пожалуйста, бежевый цвет. И еще для комплектации цвет, я так полагаю, подходит. Очень хорошо темно-синий. Темно-синий, да? Цвет и бежевый считаются универсальными оттенками, значит, будут хорошо сочетаться с любыми аксессуарами в вашем гардеробе. Давайте посмотрим на подиум и обратим внимание на удивительную посадку. Да, красиво, эффектно, практически длина макси. Сколько бы стоил такой костюм? Я боюсь подумать, блуза плюс юбка, наверное, 1005 цвета. Ну, свыше 4000, да. Однозначно, тем более, если речь идет о брендовых вещах. Мы видим с вами платье двойку. Это блуза плюс юбка, причем юбка хорошей длины. Итак, давайте посмотрим на Ксюшу. Ксюша правильно выбрала оттенок василек, особенно для брюнеток подчеркивает глаза. Посмотрите, эластичность ткани, податливость материала, подстроится под формы. У Ксюши размер 50 вверх, 48 бедра. Если у вас двойной размер, выбирайте в сторону большего. Посмотри на длину. Ксюша чуть-чуть меньше ростом Ольги, поэтому платье длиннее. Платье Макси. Ну, подожди, Свет, ты же рассказывала, что оно подстраивается под фигуру. Конечно. То есть разный рост. Олечка носит 54-й на нашей модели размер в размер. Обратите внимание, что и Оля, и наша Ксюша совершенно разные комплекции. Но это платье, ну и я тоже, это платье подстроилось под ваши формы. Если вы хотите скрыть объемы животика, талии, если вдруг вам нечем пока похвастаться, сделайте это. Платье свободного кроя. У меня, например, тоже не изыскано. Италия, поэтому я люблю свободные вещи, которые меня, наоборот, украшают и скрадывают все секреты. Ну и отлично. Это рекомендация от стилиста. Правильный вид ткани должен использоваться в платье, которое струится, обнимает вас и скрывает недостатки. Здесь как раз-таки именно такой материал, а также правильный крой, лаконичный, но не в обтяг, да, поэтому мы с вами скрываем все, животик, бока, лишние какие-то вещи. Благодаря этому вы становитесь очень и очень стройны. Давайте посмотрим сейчас на красоту и грацию, как это платье Берты украшает вас. Но у нас раздаются звонки в кулак. Центра. Женщины спрашивают нас о том, что если, как вообще это платье подстраивается, за счет чего оно будет моделироваться. Надя уже сказала, что платье может изменять свою длину. Угу. За счет эластичной ленты, которая у нас спрятана внутри под тканью, вы можете не только подстроить платье под себя, вы можете отрегулировать и посадку. Да, вы все можете, главное, можете себе позволить. Цена только сегодня. Надюш, мне очень нравится тактильное ощущение. Я с 6 утра нахожусь в платье Берты, посмотрите на мягкость этой ткани, как она красиво драпируется и при этом не теряет своей красоты. Я обожаю вискозу, и многие женщины уже по достоинству оценили богатство этого материала. Из такой вискозной ткани она выглядит тяжелой, но на самом деле она легкая, мягкая, но плотная. Плотность ткани помогает
помогает скрыть все ваши секреты фигуры. Да, мы это с вами делаем регулярно, потому что мы не любим сидеть на диетах, согласитесь. Хочется вот почувствовать сразу результат. Хочется надеть платье и стать стройняшкой. Давайте выберем ваш цвет. На моделях зеленый и васильковый цвет. Цвета выбирает сливовый, но у нас выбираю все сливу. Оттенки. У нас еще есть очень много оттенков. Надюша, я хочу сейчас показать еще один секрет, да. А потом продолжим про расцветки. Это декоративные папы. Я обожаю, когда платье имеет какие-то изюминки. В данном случае это украшения. Декоративные пуговицы, выполненные в стиле этно, под дерево, еще у нас и с эффектом вот такого украшения принта. Ирина Кулакова поистине настоящий дизайнер, который радует вас богатой палитрой ярких красок. Итак, я выбираю сливу. Следующий оттенок для тех, кто любит универсальные оттенки. Серо-голубой. Желтый, кстати, очень популярен среди наших модниц. Еще один очень популярный модный цвет – это васильковый. Ну, просто цвета, цветы раскрываются, душа поет. Далее, зеленый цвет – цвет травы. Сейчас мы любуемся на Светлану. Ну, я так вижу, почему посмотрели на меня? Потому что наш продюсер только что сообщил, просят наши женщины еще раз показать оттенок сливы. Ну что ж, милые мои красавицы, в моих рядах поклонников фиолетовых оттенков пополнения я приветствую всех тех, кто оценил по достоинству этот цвет. Могу сказать, Надюша, что мне не очень-то хочется хвастаться своей фигурой, она не такая уж идеальная, но в этом платье, милые женщины, насколько я комфортно себя чувствую. Подождите, тут есть еще и карманы. Да, мне очень нравится, смотрите, что карманы у нас не добавляют объемов. Итак, широкие бедра, а карманчики здесь, кстати. Богатая драпировка скрывает мой живот. И мне нравится, что это платье меня украшает. Свет, правда, тебе не надо втягивать живот постоянно в платье? Конечно, я вообще никогда не втягиваю живот. На секундочку, могу точно сказать, что в этом платье свободно дышится, зона проймы. Вообще, милая женщина, Ирина Кулакова, бренд Лавира, радует нас всегда качеством, европейским качеством тканей и качеством пошива. Да, отправляясь в Европу, носите только бренды от нашего предложения с европейским качеством и европейским дизайном. Там вас точно примут за свою. Платье тянется, а значит, его просто заказать. Значит, оно сядет по фигурке. Смотрите, у Ксюши талия уже, чем у Ольги, да, в зеленом платье. Но как хорошо садится, потому что там есть эластичная лента. Не переживайте, легко заказать без примерки. Как говорится, на глаз. Главное знать одно правило: выбрать на размер больше. Лучше выбрать на размер больше. Если у вас богатый верх, лучше выбрать платье свободнее. Если у вас идеальная пропорция и стандартный тип фигуры, вы можете выбрать размер в размер.